Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов работал в Москве. Там он встретился с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Они обсудили вопросы развития малого и среднего предпринимательства региона. Губернатор округа отметил, что признаки стабилизации экономики России, рост ВВП и низкая инфляция положительно отразились на тенденциях развития малого и среднего бизнеса в нашем регионе. Ему способствовал и комплекс мер, предусмотренный региональной программой поддержки предпринимательства. Она включает направления инфраструктурной, информационной, финансовой, консультационной и имущественной помощи, передает пресс-служба губернатора.